Всем привет. Сейчас показываю еще, что сделал после первого видео. То есть, в принципе, здесь это километров 40-50, наверное, отъехали от Краснополья. Вот здесь на развилочку то, что вот сделал. Ну, вот эту я дорогу сделал, конечно. И вот эту развилку и дальше на болото туда. То есть, покажем вот эту дорогу, дорогу по лесу, там горочка одна ей заедет, не заедет. И болото. Поехали. Только на шестой передаче, на пятой, на четвертой встает и едет. Потом приходится телегу расцеплять. Вот здесь налево или направо. Направо широкая дорога пошла, налево вот туда тоже пошла. Это на лесозаготовки и обслуживание электролиний. А мы пошли сюда, свернули на Гастелло. На дефолте тут, наверное, делать нехер. На дефолте придется объезжать в круг. Через море. На 1.9 патчи здесь бы как раз прыгал так бы, что... Мало не казалось бы, да. Главное, газ не сбрасывать. Чуть-чуть газ бросил. Все. Давай, вытягивай. Так, в горку она пойдет еще. Там гора впереди. Понятно. Все, тут уже умирает. Уже давно бы двигатель, если бы реале, бы движок бы отвалился нахрен. Вот такой плоский. А что, еще там рулить, что ли? Вспотел, наверное, там бедный. Вот подъем начинается. Блокировку. И мощи не хватает, движок надо мощнее. Я думаю, что сейчас умрет нахрен. Все, умер. Умер.
дыма не хватает из-под колес. Так, пятую, что ли? На пятой попробую сейчас набутить. В этой стороне. Да ёшкин кот. Где-то и шняги будут все. Чуть-чуть не хватает. Пробуем, наверное, по той стороне допройти. Шестая без блокировки. Шестая без блокировки. Тут ее стычит, молодец. А куда нахрен? Это телега села, да? Вот еще. Ну что такое, блин? Это телега не садись туда в яму. Пошел. Что, телега же не села? Не села блокировка. Пошли, пошли, пошли. Тут же не яма, ё-моё. Опускаем блокировку. Молодец, друзьяка. Забрался в уровень. Впереди уже болото имеется. Да.
Разоскрепцы, наверное, не рассчитывали, что у них подвеска так будет работать на полную мощность. Что-то в Европе по асфальту-то практически не обрабатывалось оно. Добрались до болота. Здесь я немножко опущу чуть-чуть. Да, вот тут сейчас начнется, наверное, жесть. Так, ну здесь по понятным причинам я не покажу, куда поворачивать. Хорошо, садись его. Неплохая эта ямка, да? Скринчик. Блокировку. Thank you.
Здесь куда? Я-то знаю, куда, конечно. Но вы должны узнать это все сами. Путем ошибок. В общем, болото вон оно такое огромное. Вот там вот лист закончается. Оно все петлючее. В лабиринтах. Но видно, что проходимое оно. То есть не очень сложное. Там сложнее было на первом участке. Все, всем удачи.